Став лучшей российской командой фестиваля «Локобол» в прошлом сезоне, 12-летние воспитанники Академии «Локомотива» под патронажем детской футбольной лиги отправились в европейское турне. Мальчишки получили шанс сыграть со сверстниками из Милана и Интера. Играли на полях Академии этих великих итальянских клубов. И в том, и в другом матче россияне, воспитанники Геннадия Гришина, выглядели очень достойно. И оба матча свели в ничью. С Миланом 2-2, с Интером 4-4. Вы побывали уже в Академии Милана и в Академии Интера. Какая понравилась больше? Академия Интер. Ну, они посильнее. Они были, да. И поля там как-то. Милана. Ну, как-то там поуютней, казалось, да. Интера. 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 То, что они были ребята потруднее, и нам было интереснее с ними играть. Да, игра была очень, как бы, напорная, и мы смогли вырваться вперед и... Но на последних минутах пропустили гол. Они играли очень контролирующий футбол, делали очень много атак. Но Милан тоже очень хорошая академия, но с Интером нам было сложнее. База? Да. Милан. Милан. Милан, да. Там почище. Там больше места, больше полей, больше раздевалок, больше кафе всяких. Вот, во-первых, в Милане мне не понравился душ в раздевалках. А у Интера все отлично было, да. Кроме самих матчей, ребятам организовали экскурсию на знаменитый итальянский стадион Сан-Сиро. Мальчишки узнали историю стадиона, послушали о знаменитостях, которые выступали на этой арене. А потом даже заглянули в святая святых любого спортивного сооружения – раздевалку для спортсменов. Юные воспитанники Лока посмотрели раздевалки и Милана, и Интера. Но больше им понравилась миланская. Они даже облюбовали ее для своего маленького шуточного номера. Переезд в Мюнхен на автобусе – это как отдельное развлечение. Альпы – неимоверно красивое зрелище. Ребята уже вполне освоились в Европе и могли оценить то, что успели увидеть на севере Италии. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына! И я хочу от тебя дочку! И точка! В самом Мюнхене мальчишки оказались на знаменитой Альянс-арене. Теперь можно было выходить на поле, как будто на матч Лиги Чемпионов, и помечтать об игре за европейский топ-клуб. Или выходить на этот уровень с Локомотивом.
Коля, Шикерики, Тимощук, Манжукич, Кросс, Писаро, Робин, Рибери, Ван Бютен, Шмайнштайн. Что лучше, паста, сосиски или борщ? Паста. 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 Борщ, конечно. Пицца. Пицца, паста. Пицца. 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 Потому что... Она вкусная. Пельмени можно есть. Пицца понравилась. Не знаю, борщ мне как-то ближе. Потому что, да, итальянцы. Ну, как итальянцы, производители они... пиццы, да. Поэтому пицца в Италии самая лучшая. Оливье. Ну, Цезарь еще ладно. Цезарь. Не знаю, оливье я тоже люблю. Поездка, несомненно, удалась. Спасибо детской футбольной лиге за то, что остались еще люди и организации, которые способны организовать для детей такой полезный во всех отношениях вояж. Себя показали, на других посмотрели и теперь понимают, что им ближе и могут развиваться дальше.